День Героев Отечества – один из важнейших праздников в истории нашей страны. 9 декабря вспоминает всех, кто отдал жизнь, сражаясь за Родину. Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошел в селе Большие Ключищи. Местные жители подготовили интересную программу, а также различные мастер-классы. Мероприятие организовано в рамках патриотического воспитания, в первую очередь. Вы видите, что привлечены детки. Школа активно участвует в данном мероприятии. Организуются мастер-классы с письмами нашим солдатам, с поддержкой. Организуется мастер-класс по плетению сетей. Главным символом концертной программы стал Чебурашка. В фотозоне можно было сделать снимок со сказочным героем в бронежилете, а также приобрести кофейный талисман добра, который жительницы села сделали своими руками. Буквально на днях у нас организовалась женская дружина, можно так сказать. Активные женщины села Большие Ключища собрались, изготовили шаблон. Затем мы сделали заготовки. Эти игрушечки ароматизированные, мы их обработали кофе, загрунтовали, можно так сказать. Затем мы нанесли по шаблону лички на чебурашках и создали вот такой вот талисман добра. Такой же благотворительный концерт прошел и в Заволжском районе в ДК «Руслан». На собранные средства во время мероприятия приобретут продукты питания, теплые вещи и средства личной гигиены для бойцов СВО. В то же время в Ульяновске открылась фотовыставка «Семьи героев». Организатор проекта, член общественной палаты и мать погибшего участника СВО, посмертно награжденного орденом мужества, Ольга Гуменюк. Фотовыставка расположилась в фойе киноконцертного комплекса «Современник». Позже ее покажут в других домах культуры города. Всего сердца. Огромные слова благодарности всем организаторам этой фотовыставки, потому что это очень важно в первую очередь для наших детей, это очень важно для всех нас, для того, чтобы мы помнили, потому что действительно герои умирают, герои живут вечно, они живут в нашей памяти, и мы все должны сделать все возможное для того, чтобы так было и дальше. Поэтому огромное слова благодарности родным и близким за воспитание настоящих патриотов. На открытии фотовыставки наградили школьников, которые снимали фильмы на патриотическую тему. Победителям вручили дипломы и памятные подарки. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.